Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Сделаешь это ради меня и получишь награду. Как насчет второго поцелуя? Не пора ли нам приступить к массажу? Мало того, что мне пришлось ждать, так он еще себя и странно ведет. Кстати говоря, о твоей доле. Как насчет половинки от 4000? Двух достаточно? Мне заплатят 2000. Я буду богат. Еще 1 миллион блядских долларов на мой счет. Я хочу эти деньги. И, разумеется, я взялся за это не ради какого-то там поцелуя. Это было бы как минимум грубо. А когда я училась в средней, то и мысли о работе не было. Честно говоря, я тут первый день. Что? Может, он не в простой ситуации? Потому что мне нужны деньги. Не ради поцелуя. Но мы ведь не закончили. Возможно, тогда мне и не заплатят. Вам придется спать здесь. Массаж еще не закончен. Вы обязаны насладиться этой ночью. На туда! Не дай ей вернуться на работу. Зачем? Давай уже за дело. Ну, как скажешь. Просто не дать ей вернуться на работу? Открой окно, Ко. Чего? Вот. Я ее вышвырнула. А другого способа не нашлось! Не могу подняться. Ты как? А ты как думаешь? Это... Я должен дать ей в меня влюбиться? Ты про это? Не говори влюбиться! Не переживай ты так. Я обычно нравлюсь девушкам. А... Фи... Ну и гад. Добрый вечер. Эй! Придумай, чем сегодня займемся. И далее совсем неожиданное заявление от 70-летнего пенсионера. Сейчас мы будем заниматься сексом. Ночной поход в бассейн? Серьезно? Ночью в бассейн? Ну, прости. Атмосферка сегодня прям чума. Тусовщица Надзуна проснулась. Мы теряем время. Доставай свой прикид и выдвигаемся. Но у меня ведь только этот спортивный костюм и есть. Но ночные бассейны и правда так выглядят. Это совсем не та ночь, которую я знал. Выпью за твои... Все так по-взрослому. Интересно, какой купальник у Нацуна? Кажется, я знаю. На то, что она носит под своей курткой, определенно похожий на купальник. В этом нет ничего особенного. Алоха, заждался? Эй, чего это у тебя с лицом, а? Это не купальник. Что? Так я его под низ надела. Смотри. Ну, хотя бы она более одета, чем обычно. И все же, почему? Почему это выглядело эротичнее? Ну, такое дело. Нам бы хотелось подружиться с тобой. Ой, ребятули, а вот и друг мой нашелся. Извиняйте. То есть у нее был парень. Не стоит так оставлять свою девушку, чувак. Черт. Удачки, братан!